К Дню знаний готовы. Школы и детские сады откроют двери детям очно, без привычных онлайн-режимов. Все дезинфицирующие средства и маски для учителей уже на месте, уверяют в департаменте образования. Однако 1 сентября пройдет нетрадиционно. На линейку пригласят только 1 и 11 классы без родителей. Как заявила директор департамента образования Елена Буйневич, если родители хотят посетить школу, то приходить нужно не во время рабочего процесса. Ми всі з вами вже знаємо, що Одесу наразі віднесено до жовтої зони, тому навчальний рік розпочинається очно і 1 вересня діти йдуть до школи. Звичайно, що з особливими застереженнями і в особливому режимі. 1 вересня практично відсутні традиційні лінійки у тому вигляді, в якому ми звикли їх бачити. На уроках в маске должен находиться только учитель. Школьникам можно обойтись без нее. Разделять классы на группы тоже не собираются. Указаний столицы пока не было. Детей не будут делить на группы. Единственное, что будут делить, как традиционно было при вивчении окремих предметов, там, например, на иноземную мову 2-3 группы. Такой вимоги мы и ожидали, мы до нее готовились, но ее нет. А вот детским садам дали зеленый свет. С 1 числа двери открыты всем. Справок с места работы от родителей больше не требуют. И в группе может быть больше 10 детей. С 1 вересня мы снимаем обмеження щодо 10 детей в группе. Про это уже есть решение ТЕП. Тому дети могут вернуться до садочков независимо от працевлаштування батьків. Ніяких додаткових медичних довідок про це надавати не потрібно. Довідок з місця роботи батьків надавати не потрібно.